Новогодняя снежинка в технике макраме. Для ее изготовления нам понадобится веревка толщиной 3 мм. Я взяла остатки. Они у меня примерно 40 сантиметров длина каждой. Все веревки нужно надеть на кольцо. У меня кольцо 55 мм или 5,5 сантиметров по внешнему диаметру. Для плетения снежинки нам понадобится 18 нитей плюс 1 для держателя. Одну нить мы дополнительно закрепляем, на ней будет висеть наша снежинка на елке. Начинаем плести узор с квадратного узла. После того, как мы сплели квадратный узел, нужно закрепить нити репсовым узлом. Таким образом мы плетем все лучи нашей снежинки.
Второй ряд мы начинаем плести точно так же, соединяя нити квадратным узлом. Когда я доплела второй ряд, заметила, что нам не хватает одного лучика. Для плетения снежинки нам нужно всего 18 нитей плюс одна для держателя. Если ранее вы использовали все 18 нитей, то вам не нужно добавлять, у вас уже должно получиться 6 лучей. Продолжаем плести узор таким же образом, как делали до этого.
Аккуратно подстригаем все наши ниточки, немножко оставляя буквально 1-2 мм с края. Режьте аккуратно. Моя петелька, которая будет держать снежинку на елке, у меня в руке. Я ее спрятала за снежинку, чтобы случайно не отстричь. Наша снежинка готова. Спасибо вам за просмотр.